Поселок Юбилейный, улица Менякина, некогда одна из самых плохих дорог в микрорайоне. Сейчас здесь рабочие трудятся и днем, и ночью. Делают капитальный ремонт участка от Усть-Курдюмской до Муленкова. Здесь полностью полотно подготовлено. То есть изыскали здесь, вырвали бетонные плиты. Да, были. Но они там были, наверное. Да, раньше я видел, там сложили. Здесь основной вопрос – это коммуникации. Здесь у нас проводит водопровод диаметром трубы 1200. Поэтому очень много потратилось времени для того, чтобы переложить, сделать сразу новое. Это правильное решение. Проверить ход работ решил депутат Госдумы. Николай Панков курирует проект строительства по поручению Вячеслава Володина. В октябре спикер Госдумы приехал сюда после многочисленных обращений горожан. Люди пожаловались на отсутствие дороги. Микрорайоны растущие. Почему инфраструктурой не занимаемся? Вот поймите, с 2014 года один конкурс, один проект, второй, третий, четвертый. Дальше у вас там огромное количество проектной документации накопилось. Вы выходите на конкурс, оказывается, вновь проект некачественный. И все это дотянули до октября. У нас с вами по-хорошему остается месяц. За 6 лет городские власти так и не смогли решить проблему в поселке. По словам чиновников, дорогу не удавалось построить из-за ошибок в проектах. Сейчас строители их исправляют. Новое полотно обойдется в 60 миллионов рублей и будет 4-полосным. Появятся тротуары, остановки, освещение и подъезды ко дворам. Заменят все старые коммуникации. Завершить работы на Менякино планируют до середины декабря. Павел Фитилев, Анна Забалуева, Роман Шильдяев, Саратов 24.